над этим подробнее, но предварительно у нас пока складывается такое представление, что те, кто планирует в дальнейшем работать в дизайн направлении, получают, грубо говоря, попадают под более, может быть, строгие критерии оценок, которые касаются визуальных аспектов, например, подготовки варфреймов, подачи эскизов и прочего. То есть на тяп-ляп сделать как бы не совсем по-дизайнерски. Или, очень-очень-очень приблизительно, знаете, Как Остап Бендер, помните, мальчика рисовал, да? Вот так нельзя. Можно так тем, кто не планирует заниматься дизайном в дальнейшем. Например, Вере, она точно не планирует этим заниматься пока.